Сегодня глава Чувашии подписал указ о назначении министра образования и молодежной политики. Ведомство возглавил Александр Иванов. Соответствующий документ уже опубликовали на официальном портале органов власти. Кандидатура Александра Иванова была согласована с представителями федерального ведомства. Это обязательная процедура. Указ о назначении министра глава региона подписал утром на рабочей встрече. Вплоть до подписания указа Александр Иванов занимал пост министра информационной политики и массовых коммуникаций. Но на протяжении многих лет он работал в образовательной сфере, пройдя путь от учителя математики до руководителя отделом администрации района. Знаете государственную систему, знаете образование, знаете, как нужно взаимодействовать с другими органами государственной власти. Работая первые годы сразу же после получения диплома и в разных учителей, директоров, вы правильно сказали, забрано долгие годы управления образованием. Поэтому направление здесь близко. И сегодня, тем более, это направление очень важное, оно определяющее для населения, потому что насколько человек получит нужное образование для того, чтобы он стал конкурентоспособным, приложу все свои силы для того, чтобы программа, задачи поставленные были реализованы. Тем более мы знаем, что сегодня у республики неплохие показатели. Вот по итогам 2017 года. На новом посту Александру Иванову предстоит решать множество задач. В республике продолжают сокращаться очереди в детские сады, реализуется программа строительства школ, внедряются современные стандарты в систему подготовки кадров. Экономика региона, отмечает Михаил Игнатьев, нуждается в квалифицированных специалистах. На первый план выходят и вопросы воспитания молодежи. Все эти новые предложения, новые изменения, которые будут на федеральном уровне, вот ставлю задачу там в течение месяца максимум, но 45 дней внести соответствующие изменения, потому что эти программы должны уже быть инструментом для формирования бюджета республики на 2019-2020-2021 год. Хорошо, Михаил. Пост министра информационной политики остается вакантным. Временно исполняющим обязанности руководителя ведомства назначен Михаил Анисимов. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика.